Ես արդեն 10,000 բոլորդ անգամ եմ հարցնում եւ պահանջում։ Ներքին անձնագրերով ռուսներին ինչի ես թողնում մուտք գործել Հայաստան։ Նիկոլ Բոզի տղա, ոչ մի այլ երկիր նրան չեն կարող այցելել, դրա համար դրանք ունեն զագրան պասպորտ։ Այսինքն դու հավասարացնում ես Հայաստանի տարածքը, հավասարացնում ես Ռուսաստանի ֆեդերացիայի տարածք մարզին, բացի ինձանից ով ա պահանջում, ոչ ոք, որովհետև բոլորը ղախպա են, սեփական քյարն են որոնում ամեն ինչում, ղախպեք են սա, ով քաղաքական դաշտում ա և ձգտում ա իշխանության, ղախպեք են։ Հիմա նույնը ռուսերեն էլ ասեմ, շարունակեմ հայերեն, շաս պարուսկի տուր սամը սկաժու, потом на армянский, потом опять на русский, потому что не понимают русского языка, не все понимают в республике. Уже какой тысячный десятитысячный раз я спрашиваю и требую, почему граждан России с внутренними паспортами даешь въезд в республику, а? Шлюхин сынок Никол Пашинян. Ты пидорас, ты приравниваешь таким образом к территории Российской Федерации, да, республику. Ни в какие другие страны они с этим паспортом выехать не могут, россияне, с их внутренним паспортом. Таким образом ты приравниваешь республику Армении к территории Российской Федерации. Ты пидор, Пашинян. Кроме меня никто не требует отменить это постановление. Потому что все твари, все, кто на политическом поле стремится к власти, все проститутки, твари. Не согласны? Назовите любого, я покажу, что это проститутка. Всех я знаю, проститутки все. В Ереване кто сегодня якобы оппозиционер? Да. На якобы оппозиционном подонку Пашинян, ну, поле действует. Я говорю, что Евромиусян Хакацинери, Миасян Нагнери Хакацинери, Еркнери Борда, виза Паханчум, Айлен, ничего из Аранс, виза Мускали Саястан, Никол Бозитага, Басивзани Цова Паханчум, Бош, Сахах Пекис, Чарнен, Кунем Зермере, Оворесор Хакакан Даштума, Кунем Зермере, Воровитов Хахпен Баталя, Хакакан Даш, Сепакан Чаримар. Անձնական շահիմը, այսօր այս պայնով ա քաղաքի համա հանողը դրանցից գլխը, պղծազան, ղախպի ծնունդ. Второе, я это говорил сколько, я не помню, сколько сотен раз я это говорил на всех каналах. Почему, шлюхи сынок Пашинян, ты даешь въезд гражданам Евросоюза, США, безвизовый въезд в республику, возле того Пашинян? Кто, кроме меня, требует отмены? И чтобы с ними поступали так же, как поступали они с гражданами республики. Да, с гражданами стран Евросоюза, США и так далее, этих визовых стран. Никто не требует, потому что пидорасы все, которые сегодня, пидоры, такие же шлюхи, как Пашинянка, сегодня все, которые влезли в политическое поле, ищут собственной выгоды. Для этого эти пидорасы, все пидоры, все.